Привито 548 тысяч 024 человека. Повторюсь, ни один привитый не пострадал от самой прививки. Вдумайтесь в мои слова. Сегодня мы хороним 17 человек, которые умерли от ковида. 17 человек. Везде есть приписка. Не был привит. Вчера было то же самое. Не был привит. Обращение тут ко мне. Я задаю один вопрос, когда меня умоляют. Помогите моей маме, помогите моему отцу. Переведите там и там, там плохо, переведите в другую больницу. Один вопрос. Он привит? Ответ. Нет. Почему? Не знаю. Думает. У него много заболеваний. Онкология в анамнезе. Хронические заболевания сердца. Сердечно-сосудистые. Все остальное является показанием для получения прививки. В первую очередь защитите. И еще нужно помнить одно, что сам укол в момент укола ничего не дает. Что такое укол? Это вводятся определенные, да, частички или что-то белковое такое в разной форме по-разному, которое, да, нужно время организму выработать антитела к этому делу. И поэтому для того, чтобы не заболеть после прививки, нужно защититься в это время и дождаться выработки антител. Поэтому в момент прививки и это не есть защита. Защита есть время, прошедшее после прививки. Давайте воспользуемся имеющейся возможностью, особенно прививом, говоря, мы начинаем это всех после 60, у которых нет, конечно, противопоказаний медицинских, нужно привить для того, чтобы их спасти. И буду настраивать всех врачей, всех медицинских работников и жителей Саратовской области выполнить эту программу, чтобы наши родители оставались живы. Прошу меня поддержать в этом вопросе.